Привет, друзья! Совсем недавно для себя открыл очень легкий способ заработка денег, и я хочу поделиться им с вами. Буквально за 3-5 минут в день вы сможете заработать несколько тысяч рублей. Игра, о которой я сегодня расскажу, находится в проекте MossBet. Для начала я хочу совсем немного рассказать о проекте и как в нем зарегистрироваться, и также напомню, что все полезные ссылки на сайт, промокоды и так далее, все находится в описании или в закрепленных. Итак, ну а вот я уже на сайте MossBet, и давайте нажмем на кнопку регистрации. Тут у нас представлено несколько способов регистрации. Один из них — это по телефону, по имейлу, через соцсеть или в один клик. Также, друзья, не забываем на кнопку нажать промокод «Добавить». Здесь вводим промокод из комментария, закрепленного или из описания, и получаем 150% к первому депозиту и 250 фриспинов. Это очень крутая новость, которая не может не радовать. Также давайте быстро пробежимся по способам выполнения баланса. Нажимаем на кнопку «Пополнить». Тут у нас также представлено очень много разных методов через СБП, через карту, через крипту. В общем, все сделано для максимально для вашего удобства. Через любой понравившийся способ пополняем. Также хочу отметить, что как с пополнением никаких проблем нет, так и с выводом. Деньги выводятся буквально за считанные минуты. Ну а сейчас мы с вами прошли основные шаги для новичков, как зарегистрироваться, как пополнить баланс. И теперь давайте приступим к той самой игре, о которой я говорил в начале видео. Итак, ну а теперь заходим во вкладочку «Казино». И в поиске игр вводим игру Crusher. Здесь у нас есть поиск, и давайте им воспользуемся. Crusher. Вот. Crusher. Это игра эксклюзивно на MossBet. То есть мы на нее заходим. Также хочу отметить, что можно играть на демо-счет. Но я сразу начну играть на реальные деньги. Прошу заметить, что ваш баланс конвертируется в евро. Так вот, у нас загружается игра. И давайте пока расскажу, что мы видим перед собой на экране. В правом верхнем углу у нас отображен наш баланс, который конвертирован в евро. Также сверху у нас изображена линия событий, которая у нас была, то есть какие коэффициенты были в этой игре. Эта игра такая же хорошая игра, как все остальные. То есть мы ставим какую-то сумму, ждем коэффициента и нажимаем «Забрать». То есть тут у нас персонаж раскалывает землю, и до того момента, когда он расколет, мы забираем свои деньги. Ну давайте, чтобы было понятнее, расскажу еще немного поподробнее. То есть, например, мы ставим, там, не знаю, 100 евро. Да, и у нас 100 евро умножается на вот эту цифру, то есть на 1 точка с чем-нибудь. То есть там 1.63, видите, как можно доходить до 2, до 3, до 4, до 5, вплоть вообще до 100 можно ловить коэффициенты. Но мы с вами будем пользоваться такой тактикой, что будем ставить на маленькие коэффициенты и забирать быстрее, то есть минимизировать риски. Также хочу вас предупредить, что не надо играть в эту игру, если вы видите, например, коэффициент 6 только что был, да? Скорее всего, сейчас будет коэффициент 1.01, 1.02, то есть маленький, ну, как мне кажется. И чтобы минимизировать риски, мы пропустим этот раунд. Вот, как видите, даже до 1.5 не дошло. Итак, ну а теперь давайте поставим 20 евро и попробуем. Поехали. 20 евро – это примерно 2000 рублей. Поэтому поехали. Бум-бум-бум-бум-бум. Вот 1.01, 1.1, 1.2, 1.3, 4, 5. Хоп, забираем. Все, 30 евро мы только что забрали. То есть буквально за 2-3 минуты мы заработали 1000 рублей. Это, друзья, безумно круто. Не можете не радоваться, очень просто, как вы видите. То есть никаких сложностей в этой теме заработка нету. Главное ловить прикольный коэффициент. Итак, ну а для наглядности давайте я еще раз поиграю в эту игру и еще раз делаю ставочку. Сейчас этот раунд закончится. Делаем ставочку 20 евро и ждем. Итак, ставки принимаются. Поехали, ловим коэффициент. Итак, пошел у нас раскол, пошел раскол, пошел раскол. 1-1, 1-2, 3, 4 и 5. Забираем ставочку. 30 евро мы снова выиграли. Как видите, сейчас коэффициент дошел до 2, то есть я мог выиграть еще больше. Но я предпочитаю минимизировать риски. И вот таким способом буквально за 5 минут заработал себе 2000 рублей. То есть просто этот способ масштабируем и зарабатываем больше. Вот так, друзья. Также мой вам совет — не заигрываться в эту игру. Как видите, коэффициент 25-26. Очень маленький шанс, что вы такой заберете. Поэтому жадность вас губит. Просто немножко заработали и вовремя вышли. Не заигрываемся, друзья. Ну а если вдруг получается так, что ваша ставка не сыграла, то делаем ее x2. То есть делаем 40 долларов. И тогда мы сразу же уйдем в ноль, то есть окупим нашу прошлую ставку. Это такое вам тоже слово. Надеюсь, этот ролик вам понравился и был полезен. Используйте только проверенные сайты и проверенные стратегии. Все ссылочки находятся в описании на эту игру, на мой промокод, который вы должны не забывать вводить, и тогда получать крутые плюшки от этого сайта. Ну а если вам интересны такие обзоры и тактики, то оставляйте свои комментарии, делайте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!